Здравствуйте, здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Квант. Проверяю, какие у меня есть реплеи. Ребята присылают очень много. Ну вот на этом реплее сейчас у нас легендарный кошмар и Алекс НСК идут в бой. Прислали его неделю назад. На Z52 и на U4501 идет легендарный кошмар. Алекс на Z-ке. Давайте посмотрим этот бой. По традиции я смотрю его вместе с вами. Как я... А, ну вот, это снимает Алекс НСК. Снимает Алекс НСК. Мы видим его Z-ку 52-ю. Ой, ё-моё. Стоило посмотреть направо. Это сопровождение дирижаблей. Давайте посмотрим. Больше 30 реплеев у меня скопилось. Постараюсь их озвучить сегодня. Переснять с экрана. Ну и дать вашему вниманию. Ну, не знаю, 30, наверное, не осилю. 30 это все-таки большая цифра. Вот десяток точно, наверное, сделаю. Ну и по времени это будет. Если мы смотрим рандом, это ну минимум 15 минут. Минимум. Это вот 150 минут потрачу на это дело. Посмотрим, как это будет выкачивать. Сколько вытяну. Так, конь у нас появился на горизонте. И авианосец над нами летает. Собака. О, Блэк приперся. Только этого еще не хватало нам. Ну, ребятушки, давайте, впрягайтесь. Чё вы там, как тараканы беременные, ползаете? Я про Бунга и про Тундера. Он Гроня идет. Ну, Гроня, блин, Гроня засветить Блэка, он его разберет хорошо. Так, Блэк ушел, сучий потрох. Или уходит, или пытается уйти. Некомфортно его. Некомфортно светит ему его, вернее, легендарный кошмар. А Блэк-то с РЛС-очкой. Блэк с РЛС-очкой. Какая сволочь этот Блэк. Разворачивается к нам, зараза. Ну, что я могу сказать? Ситуация перестает быть томной. Вот он, Блэк. Кошмар атакует. Вполне возможно, что он его уберет. Торпеды пошли. Обратка, ответочка идет. Не вижу, что происходит. Торпеды кошмара промазали, судя по всему. Прошли мимо. А этот черт ушел за остров. Да. Чертило ушел на Блэк за остров. В кого-то достреляет кошмар. Вот он, Блэк, идиот. Чтоб тебе долго жилось, зараза мне. Ну, Гроня, впрягайся, давай воевать. Ну-ка, что у нас тут? Ушел как-то легко, чертило, блядь, какая сволочь. Ой-ой-ой, Алекс промазал. Промазал, добирайте, ребята, добирайте этого черта, блядь. Да куда? Перезарядка, огонь. Фу, я как я переживал. Ну что ж, неплохо. У них уже минус 2, у нас подводную лодку забрали. Слава богу, не легендарного кошмара. А, ребята переключились. Здесь есть на этой карте такая, при проводке дирижабля этого долбанного с ротостатом. Ой, блядь, поймал торпеду. Ну что ж так все плохо там, ребята, блядь. Ой. Такой красивый был, блядь, когда с полным ХП. Обидно. А
кого у нас еще-то забрали, блядь, пока я тут переживал. Хаяту кирдык пришел. Ну что, надо веночек сбросить. Мы-то, по крайней мере, живые. Ладно, сбрасываем. Эй, было у меня желание прогуляться за авианосцем. Вернее, у Алекса. Я думаю, было такое желание прогуляться за авианосцем. А вот в чем задумка, о чем я и говорил. Задумка в этом и была. Перекрыть вот этот проход авианосцев вот между этими островами. Блин, балау, где вылез собака серая. Не дай бог он заберет Алекса, обидно будет. Промазал. Промазал. Уже хорошо. Дергаются авианосцы, блин, дергаются. Блять, ну в принципе же можно и пострелять бы было, ребята, вы чё? Одна торпеда зашла и... Ну, ребята, Зетка. Алексу дали этот фраг. Да, вот в чем была идея. Дункан и конь затормозили наш дирижабель. Там один тундер ждет Дункана. Блять, надо что-то делать. Ну что, заберут они Дункана, не заберут? Распилит, скорее всего. Да. Блять, плохи наши дела. Реально плохи. Thank you.
Торпеды справа по борту. Прикольная игра. Легендарный кошмар. Один остался мне. Да, наш опережает дирижабель. Стратостат. Да, осталась живая подводка с половиной хп. Благодаря ей сейчас, скорее всего, будет победа, если Кюрф не успеет. А Кюрф не должен успеть. Да, противнику будет очень обидно. Видимо, общаются ребята, какую-то информацию Алекс дает кошмару. Все, всплыл кошмар, это победа. Да, победа. Довел кошмар. Стратостат до точки. Отличный бой. Ребята, рекомендую посмотреть. Ну, в смысле, вы его уже посмотрели. Неплохо сыграли игроки. Сразу видно команда. Неплохо, очень неплохо. Всем спасибо, кто смотрел. С наступающим Новым годом. Всем добра, ребята.